Анфиса Михайловна из бухгалтерии, прикинь. Сейчас еще из ванной пришлю. Не надо, у меня есть уже. Денег не будет, обанкротился завод. Может, мне на панель тогда пойти? Ну, какая есть проститутка? Я что, уже такая страшная, что меня в проститутки не возьмут? На что пойдет Макс? У этих кренделей, спецовки, как у нас на заводе. Чтобы прокормить семью. Хочешь здесь поработать? Ты двигаться-то умеешь? Напей. Они что, скорую не вызовут? Нет, это я здесь работаю. Ты сейчас не заткнешься? Я сяду тебе на лицо прямо в подъезде. Обалдеть. Ночная смена. На переменке мальчик всем девочкам письма показал. Мальчики не должны ничего такого делать. Это плохо.